Все мы смогли эти фотографии показать, они, к сожалению, низкого качества, тогда не было цифровых фотоаппаратов, да и в связи с тем, что они делали на ходу и так вот в таких. Но тем не менее, это они вот показывают Василевского несколько в ином ракурсе. Ну и, конечно, вот две фотографии еще очень интересных. Это когда Александру Михайловичу Василевскому 70 лет исполнилось, к нему нагрянул заслуженный учитель школы Громов, значит, с группой школьников прямо на дачу. Вот, и Александр Михайлович очень обрадовался, и вот сохранились некоторые фотографии, 65-й год, беседы с кинешемцами. А так, конечно, удивительный был человек. Огромная переписка существует между маршалом Василевским и Кинешемским музеем. Здесь вот показана очень незначительная часть. Но вот такой человек, такого высокого полета, высокого звания, уже в серьезном возрасте, после перенесенных болезней, не забывал поздравить Кинешемский музей со всеми праздниками, с Новым годом, с Днем Октябрьской революции, с Днем Победы, с 1 мая. Причем писал-то сам, не секретарь, вот настолько вот тактичный, настолько уважительный человек, с прекрасным почерком. Вот. Поэтому сегодня, в день Героев Отечества, мы просто не можем не вспомнить этих людей.